Если уровень вашего IQ выше обычного, добро пожаловать в команду игроков-умников. Кроме хорошо развитого ума, необходима еще решительность, логика, находчивость и скорость принятия решения. Знания истории, культуры, традиции разных стран должны быть в багаже игрока что, где, когда. В общей сложности участники игры ответили на 30 вопросов. Каждый из них обсуждали в течение 1 минуты. Рассматривали все варианты ответов. Для нас это просто возможность показать наши способности, так как мы будущие юристы, мы можем как-то думать неординарно, мыслить. Это для нас очень хорошая возможность, поэтому мы здесь. Очень развивает наше мышление, помогает, узнаем, да, много нового. Для нас это очень интересно. Я вот играю в игру «Что, где, когда» со школьного возраста и, в принципе, с того момента, как это началось в Анапе, вот это движение. И я скажу, что очень хорошо развивается именно логическое мышление. Логическое мышление и преобразование тех знаний, о которых вы уже знаете. Несколько часов в зале царила напряженная атмосфера и приглушенный совещательный гул. По итогам игры определились 3 лидирующие команды. Команда-победитель имени Федора Конюхова из 30 вопросов ответила на 11. Второе место в игре заняла команда «Кукрыниксы» МГГУ имени Шолохова. На 3-м студенты факультета Анапского правового института.